У эфиры программа «Новины региона», у студии Владимир Семкин. Витаю вас и глядите сегодня в выпуску. Закупають обсталювання і завершають внутрішні роботи. Новий корпус Осіповицької центральної районної больниці набуває обличчя. Ліквідувати дефекти і обновити в обліку в області відкрили відділення естетичної медицини. У вихідні будуть дійнішись проїзні білети працівного дня. Плани на суботник огучим у випуску. Президент Беларуси Александр Лукашенко звернулся со штогодовым посланием до белорусского народу и национального сходу. На мероприемство были запрошены высшие посадовые особы Беларуси, члены Урада, керовники органов держкирования, буйнейших предприемств и установ, представники дипломатичного корпуса сродков массовой информации. У посланні концептуально адлюстраваны акценты социально-экономичного развития Беларуси на теперешнем этапе, а так само выники анализу зворотов, которые поступили на передодні великой размовы с президентом 1 соковика. Особистый герб и флаг з'явилися у Могилевского района. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал отповедный указ. Как поведомили у райвыканкаме, геральдичное затверждение стало соправдной подеей. Мовляв, теперь Могилевский район – территориальная одинка с узаконенным гербом и флагом. По словам старшини райвыканкама, подрыхтовка до этого шла каля 3 годов. Збирали документы, распрацовывали идею, эскиз. Зараз герб представляя щит с фигурой рыцара и кветками льну, что отповедает исторической традиции. На 2/3 выполнили работы по будовництве нового корпуса Осиповицкой центральной районной больницы. На 7-поверховом объекте зараз идет опрацовка. Частку медицинского обсталявания так само набыли, у тем лику и сучасный компьютерный томограф. Як идея важная будовля, расскажет Олеся Рыбалка. Выполнена покраска за один раз, значит, сделана вся инженерия, разводка лечебного снабжения, слаботочной сети, электроснабжение, скрытая проводка. И сейчас готовимся к укладке напольного покрытия по помещениям и укладке плитки непосредственно по коридорам. Это палата? Это палата. Давайте пройдем. Просторные светлые палаты одна за одной з'являются на поверсе. Тут на 3-м хутко разместится хирургичное отделение Осиповицкой райбольницы. Каб якосно и уча завершить объект, на будовле працуют ажно 18 подрядных организаций, больше за 200 человек. Мы очень стараемся, чтобы наша больница в Осиповичах была построена быстро, хорошо и качественно. Объект получается интернациональный. Почему? Потому что работает помимо осиповичских организаций. У нас работают Быхов, Шклов, Круглая, Белыничи, Климовичи, Могилев. Поэтому собираем со всех районов, ну, для того, чтобы объект подтянуть и выполнить как бы свое задание в срок. Будинок Осиповицкой больницы еще довоенный. Площадь тут не хапает, тому и было принято решение будовать новый корпус. После его увода у старым будинку разместятся терапевтичные и педиатричные службы. Остальные отделения переедут у новый корпус. Очень сильно ждем. Да, ждем все. Ждут медработники, ждут жители нашего города. Потому что, как я еще раз говорила, это знаковое событие для нашего района. Финансирование на строительно-монтажные работы выделено под пристальным контролем областного исполнительного комитета, находится этот момент. Оказывается, всякое содействие и помощь. Я думаю, что в этом году мы однозначно завершим его строительство и ввод в эксплуатацию. У новом корпусе з'явится и такое необходимое для района отделение гемодиализу. Ранее хворых на хроничное захворывание нырок на такие процедуры возили у Бобруйский могилю. Для лечебной установы уже закуплена частка обсталявания, у тем лику и компьютерный томограф, якого ранее у больницы не было. Параллельно с будовництвом ведется закуп остатнего обсталявания. Подробности глядите у информационно-аналитичной программе «Днями». Новый этап развития распачался у Могилевской больницы худкой медицинской допомоги. На базе шматпрофильного стационара запрацевало отделение эстетичной медицины, аналогу якому нема в области. Теперь квалификованные врачи оперативно смогут обновить в облик пациента после серьезных травм и увогуле ликвидовать дефекты. Больше подробязно про махчимости сучасной медицины Кристина Каранкевич.
Знаёмцеся, Андрэй Струновіч. Амаль два десяткі год ён займаўся лячэннем апёкавай траўмы і яе наступстваў у Магілёўскай бальніцы нумар 1. А нядаўна змяніў не толькі месца работы, але і кваліфікацыю. Урач добра ведае, што значыць для пацыента эстэтычны выгляд. У новым аддзяленні змогуць ліквідаваць дэфармацыі, прыроджаныя паталогіі. Это полноценное структурное подразделение на базе многопрофильного стационара. То есть со своей полностью штатной структурой, помещениями, операционной, перевязочной, процедурным кабинетом. Все как положено, полностью структурная единица. В плане обеспеченности оборудования, все, что нам необходимо на сегодняшний день для выполнения оперативных вмешательств в направлении эстетической хирургии, у нас все есть. Отделение открыли цалком за пазабюджетные сродки, отрыманные от послуг больницы и при допомозе спонсоров. Более за полмиллиона рублей. Плячо у плячо разом с Андреем Струновичем будет працевать и былы лор-урач установы Татьяна Романенко. Ринопластикой, тип-пластикой носа занимается четвертый год. Обращаются пациенты с травматическими повреждениями, посттравматическими изменениями со стороны костей носа. Мне было всегда интересно эстетическая сторона этого вопроса, чтобы человек был красивый, помимо того, что нос должен хорошо дышать. Магілёўская больница хуткай меддапамогі – старейшая установа аховы здоровья Беларуси. Более чем за 200 год принцип работы не изменился. Допомога повинна быть хуткой и якостной. Однако технологии, а с ними и майстерство врачу, сделали значный крок наперед. Мы делаем ангиографии, и в случае, если имеются тромбы, удаляем эти тромбы. То есть тромбоэкстракцией занимаемся. Мы стали выполнять тромболизис при атеротравматических инфарктах головного мозга, то есть или в народе инсультах. И многое-многое другое. Широко вперед, далеко шагнула нейрохирургия, применение халотехнологий при двухэтапном повреждении переломов шейного отдела позвоночника. За год у больницы допомогу отримовывать каля 40 тысяч человек. Урачи робят свыше 17,5 тысяч операционных вмешательств. Уласные проекты установы, центр экспресс-диагностики и отделение эстетичной медицины значно повысят якость обслуговывания. Кристина Кранкевич, Юрий Оласцов, новини региона. Вахта памяти каля вёскі ГАІ Магілёўскага района завершена. Історыка-патриотичный клуб «Вікру» и спецбатальон Министерства обороны Беларуси 4 дні вялі пошук у поле неподалек от помника милицейской вышыні. У выніку знайшлі ў военных траншеях и окопах останки 26 чырвонаармейцаў, якія загінулі ў ліпені 1941 года. Таксама знойдзены рэшткі партыйнага білета і некаторых асабістых дакументаў і тры салдацкія медальёны. Іх адправілі на экспертызу для расшыфроўкі. Застаецца надзея, што гэтая вахта памяці пралье святло на падзеі вялікай айчыннай вайны каля вёскі ГАІ. Пакуль для гісторыкаў месца застаецца тайнай. У выходны будуць дзейнічаць праязныя білеты працоўнага дня. Такое рашэнне прынялі ўлады Магілёва на бліжэйшую суботу. Справа ў тым, што 20 красавіка рэспубліканскі суботнік, можна сказаць, працоўны дзень. Шмат людей будут добираться до объектов добраупорядкования, и каб зрабіць транспортное обслуговывание зручным, увядуць додатковые одинки автобусов и троллейбусов. А график автобусных маршрутов номер 38, 39 и 40 организуют по раскладе працоўнага дня. И до речи працы хопить усім. На Магілёўшчыне вызначены каля 60 основных объектов республиканского суботника. Например, у Бабруйском районе и многих інших плануется добраупорядкование мемориальных комплексов и дитячих оздоровленчих лагеров. У Магілёве выбрали три основные объекты – парк Подніколле, городский родильный дом и будаўнішая пляцовка новой школы у районе Казимировка. Плануется, что удел у республиканском суботнику возьмут больше за 2500 жыхароў в области. Бесплатно атрымаць новую прическу або цалкам змяніць імідж. Такую добрачынную акцию для магілёўскіх школьников зладзілі ўпершыню. Организаторами выступили предпрымальники Магілёва, якія ўваходзяць у совет по развитию предпрымальніцтва. Подрабязнасці у наступным сюжете.
На один день клиентами этой цирульни стали вучни с 13-й Могилевской школы. Змянить имидж отважились 10 человек. Девчонки выбирали прическу из модных часописов. С нетерпением чекали свою чергу до цирульника и хлопцы. Одним из первых своей новой стрижкой похвалился Роман. Тебе нравится твоя прическа? Да, мне нравится. Потому что я хотела такую прическу давно, но у меня не было никак момента. И это хорошо, что нам депутат наш нам помог, что мы бесплатно делаем. Большинство запрошенных детей выховываются у шмадетных семьях, некоторые у опекунских. Так как я являюсь депутатом по Гребенёвскому избирательному округу, то там я знаю, где какая помощь нужна, потому что я туда бываю часто. Вот мы обсудили и решили, что такая акция будет проведена. Это новая парикмахерская, которая открылась. Еще добрые здесь люди работают, которые откликнулись с радостью помочь. Такая акция, конечно, очень важна для ребят. Сейчас у всех хорошее настроение. Ребята с удовольствием согласились изменить свой имидж в новой парикмахерской. Молодые мастера, новое поколение. Узнагородой за працу для молодых майстров у этот день стали слова подяки, добрые усмешки и радость у вачах школьников. Государство помогает предпринимателям, поддерживает всячески. Поэтому почему бы нам не пойти навстречу и не помочь в этом плане? Мы в итоге работаем за одно какое-то общее дело. Организаторы акции отзначили, что добрые справы на этом не завершаются. У планах для детей со сколиозом зладить бесплатное наведывание тренажерной залы. Татьяна Сергеевич, Юлиана Шлыкова, Александр Артемьев. Новини региона. Тыдзень бяспекі ў глобальнай сетцы ўпершыню праводзіцца на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды навучэнцы адной з магілёўскіх школ зладзілі флэшмоб. Яны падрыхтавалі спецыяльны танец, кожны рух якога нагадвае аб бяспечных паводзінах у інтэрнэце. Такая штука, в которой все можно узнать. Интернет – это которое можно там мультики смотреть, скачивать игры, скачивать фотографии. Пошук новых сябров и зносин корыстной информации и новин – это далеко не увесь спис махчимостью глобальной сетки. Але головным пытанием застается бяспека. Пострадавших достаточно много, конечно же, потому что мир развивается, и сейчас большинство преступлений, много количества совершается именно в сфере высоких технологий с использованием компьютера. Менавіта таму магілёўскія школьнікі прыдумалі танец-падказку пра небяспеку, якую можна сустракаць у інтэрнэце. Вот это вот движение руками, самое первое, обозначает то, что нельзя доверять свою информацию, то есть не общаться с незнакомцами в интернете. Самым актуальным застаецца пытанне даверу. Нельга перадаваць данныя пра банкаўскую картку, фотаздымкі і асабістую інфармацыю. Если вам будут предлагать работу за границей за очень огромные деньги, никогда нельзя на это соглашаться. Флешмоб межведомостный. Его инициаторы – отдел адукации Ленинского района, управление аховы, правопорядку и профилактики, управление внутренних справ Могилевского облвыконкама, комиссия по справах неполнолетних администрации Ленинского района Могилева. До его долучились школьники. Акция эта проводится впервые в Ленинском районе, в Могилевской области, поэтому мы, безусловно, очень рады, что старт данной акции именно проходит на базе нашего учреждения образования. Махлярство у сетцы не поделяет дорослых и детей, а менавіта сучасная молодь проводит у социальных сетках шмат часу. Как показывает практика, и в принципе уже проведены научные такие исследования, то что действительно дети наши являются активными пользователями, действительно лучше своих родителей. Таму важна, каб сучасныя школяры не толькі ведалі пра небяспеку ў інтэрнэце, але і іншых вучылі правілам паводзін. Дарыя Семянько, Алена Громова, Юрый Ласцоў, навіны рэгіёна. У хрысціян распачынаецца самае вялікае свята царкоўнага календара. У праваслаўных вернікаў 21 красавіка – верная нядзеля. Католікі адзначаюць вялік дзень. У Магілёве ў касцёле святого Станіслава усіх вернікаў павіншуюць канцэртам арганнай музыкі. Мы, як вернікі каталіцкага касцёла, тут, у Магілёўскай вобласці, жадаем адзначыць яго не толькі святочнай літургіяй, але таксама арганізаваць святочны пасхальны канцэрт арганнай музыкі. Выконваць будзе арганістка з горада Масквы Марыя Макарэнка. Яна з'яўляецца лаўрэатам міжнародных прэмій, а таксама яна мела такі гонар іграць на святой імшы ў Ватыкані. Кароткачасовыя дажджы прагназуюць сіноптыкі на выхадныя. Верагоднасць дажджу ў дзень 80-90%. Вецер пераменных напрамкаў. Тэмпература паветра ў суботу па вобласці плюс 1, плюс 6 ноччу і плюс 10, плюс 15 днём. Па Магілёве прагназуюць да плюс 13. У нядзелю крыху пацяплее, верагоднасць дажджоў захаваецца, а панядзелак прагназуюць сухім і да плюс 18.
Актуальныя навіны ў обласці на сайце tvrmagilyov.by, а таксама ў групах у сацыяльных сетках. А я на гэтым з вамі развітуюся. До сустрэчы.